Твери на улице Карла Маркса среди двора у самого забора с детским садом уже больше месяца разрыта парящая теплотрасса. Жители многоэтажек боятся ходить в этом месте и стараются не оставлять без внимания на прогулке маленьких детей. О том, почему до сих пор после ремонта неблагоустроена территория, где велись работы, в следующем сюжете. На сегодняшний день на месте разрытия сорванные ленты, сбитые ограждения, вокруг грязь, лужи и камни, завалившиеся на территорию детского сада. Сама яма, в которой парят трубы, превращается в помойку. Там уже скопились бутылки и фантики. Торчащие из земли ржавая арматура, осколки от бутылок, заполненные землей. Все это валяется вокруг разрытого коллектора, который находится в нескольких метрах от забора детского сада и игровой площадки и представляет угрозу для прохожих, в том числе и для детей. Я вот сегодня посмотрела, я вообще не обращала внимания, редко здесь есть и хожу, а обратила внимание, что действительно там яму они оставили, которая не заделана, туда же может любой ребенок провалиться. Да даже вечером может человек не заметить, здесь темно, освещение не очень хорошее, может даже человек оступиться, ну, случайно. Коллектор парит уже несколько недель, жалуются граждане. По словам жителей улицы Карла Маркса, это препятствие в их дворе появилось еще в конце июля, и с тех пор здесь ни проехать, ни пройти. Она была наполовину разрыта, а потом ее еще начали делать и вот разрыли до конца, но, к сожалению, пока не отремонтировали. А рабочих здесь часто видите? Были как-то. Были, но потом, к сожалению, я больше не видела. Этим летом на данном участке прошел плановый ремонт труб и гидравлические испытания. Как пояснили в Тверской генерации, о проблеме тепловики знают и готовы были устранить ее вовремя. Но планам помешал неприятный инцидент. Трассу, когда отремонтировали, перекрыли плитами, то есть подготовили под благоустройство, какой-то большегрузной машиной сломали плиту. Поэтому пришлось отменить благоустройство вчера, перенести на более поздний срок. Сейчас заказываем плиту, поменяем, будем восстанавливать. Благоустроить раскопанный участок Тверская генерация собирается до 7 сентября. Наша съемочная группа планирует проинспектировать те участки ремонтных работ, которые тепловики обещали привести в порядок к этой дате.